Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Cruze 2011 года выпуска с двигателем 1.8 на механике. Затроил двигатель, хозяин отогнал его в техцентр, на что ему сказали: чек горит, ошибки нет. Готовь кучу бабок. Но раз чек горит, в любом случае ошибка должна быть. Подцепили компьютер, посмотрели. Если память не изменяет, 0.1.0.3. Сейчас опять компьютер подцепим, ошибку посмотрим, чтобы ее стереть. Пропуск зажигания в первом цилиндре. Избежать больших затрат решили начать свечей. Заменим сначала свечи, а там уже, если вдруг не повезет со свечами, заменим катушку. Поднимаем капот и снимаем крышку на катушках. Снимаем разъем. Так, разъем. Ну вот общее количество ошибок 1. Да, все правильно. 0.3.0.1 ошибка. Отмечен пропуск зажигания в цилиндре номер 1. Ничего не изменилось. Но хотелось бы обойтись только свечами. Ошибку удаляю. И идем, меняем свечи. Так, берем биту Torx. Здесь Т. Не видно. Т30. Откручиваем два вот этих болта. Болты длинные. Снимаем разъем и поднимаем катушку. Катушка общая на 4. Продуем свечные колодцы. Грязь немножко есть. Выкручиваем свечки. Свечной ключ на 16. Это вот первая свеча, на которую у нас ругается он. По нагару видно, что она нормально не отрабатывает. Сейчас посмотрим нагар на остальных свечах. Здесь свеча совсем другого нагара. Вот эта свеча рабочая, а эта нерабочая. Тоже чистая свеча. И эта свеча чистая. Вот получается три свечи с нормальным нагаром. И первая, на которую ругалась, нагар плохой. Берем новые свечи фирмы Denso. KJ20CRL
11, номер внутренний 3169. Устанавливай. Протянем свечи динамометрическим ключом на 25 ньютонометров. Наживляем остальные. Выставил ключ на 25 ньютонометров и все свечи по очереди затягиваем. Все, свечки подтянули. Ставим на место катушку. И закручиваем оба болта. Одеваем разъем. И пробуем завести. Нет, все-таки дело оказалось не в свечке. Неисправна катушка. Заказываем катушку. Так, откручиваем катушку. Снимаем разъем. Снимаем катушку, берем новую, заказали итальянскую фирму Эра. Вот такая катушка. И устанавливаем. Закручиваем. Надеваем разъем и пробуем заводить.
чего и требовалось доказать. Оказалось, все-таки катушка виновен. Сейчас сбросим ошибку. В принципе, она уже сама сбросится. Из памяти ее только стереть. И все. На этом все. Замену свечей и катушек мы закончили. Всего вам доброго.